В Туркестане стартовал новый туристический сезон. В этом году местные власти планируют реализовать сразу несколько проектов в сфере туризма. Подробнее о них готов рассказать Рауль Габитов. Сейчас он на прямой связи со студией. Рауль, здравствуйте. Чем город будет удивлять гостей, помимо, разумеется, исторических достопримечательностей, таких как мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави? Здравствуйте, Вера. Сейчас я нахожусь у самого посещаемого места всех туристов, приезжающих в Туркестан, мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. Это уникальный памятник степной архитектуры. Очень часто он становится темой международных встреч и дискуссий историков. Еще чаще привлекает сотни тысяч иностранцев. Только в прошлом году здесь побывали больше миллиона человек. А к 2025 году среднюю посещаемость города планируют увеличить до 5 миллионов. Вокруг мавзолея уже начали строить музей под открытым небом, визит-центр и восточную баню. В эксплуатацию их планируют сдать в следующем году. Впрочем, заповедник музея Азрет Султан не единственное место притяжения туристов. В области насчитывается 1663 памятника истории и культуры. 57 туристских маршрутов, экологических, историко-культурных и других направлений. А на 35 наиболее посещаемых объектах установлены QR-коды. Какие еще проекты реализуют для привлечения потока иностранных гостей, расскажет заместитель руководителя управления туризма Жасулан Тулебеков. Кроме масштабного строительства города Туркестан, сейчас ведется строительство благоустройства территории мавзолея Арстанбаб и городище Отырар. Кроме этого, ведется строительство визит-центра в Отырарском районе. И дополнительно разрабатывается ПСД, городище Сауран, строительство визит-центра и Гаухарана. Спасибо, Жасулан. В приоритете и создание качественного сервиса. В регионе регулярно проводятся обучающие тренинги для гидов-экскурсоводов и менеджеров по туризму. В прошлом году обучение прошли больше 150 человек. На этом у меня все. Вера. Спасибо за информацию. Рауль Габитов рассказал о том, какие проекты реализуют в сфере туризма в Туркестане, какая работа проводится и чем будут привлекать туристов в регион.